Здравствуйте, граждане. Сегодня траурный день для страны, для всех людей, имеющих совесть. Хотя могу сказать, что вся неделя такая. Вот начал я с этого видео, известное, да, про Катю, наблюдателя. У меня тут идет пожар с Кемерово. Сейчас паузу сделаю. Суть какая? Про YouTube я делал много сюжетов про продажных тварей. Вот это видео я видел, когда было 90 просмотров. И уже было 3000 дизлайков. То есть и до сих пор оно. Что такое? То есть у Свиридового астролога, то есть которого пасут, которому тут же... То есть это как при 90 просмотрах. Сейчас вот 43 просмотра, да, и 3000 дизлайков. У человека, который... То есть скрутили нахер, короче. То есть ложь, вранье и провокация подонков. И вот сейчас продолжение, значит, да. Ну, провоклам скручивали, вот Кемерово я утром смотрел, 6 утра в прямом эфире. Ребята запускали квадрокоптер, то есть там параллельно шла трансляция с каналом пожарников по рации. И тоже там цифры были страшные, за сотню. И вот сейчас, значит, родственники... Смотрите, ну 64 тысячи просмотров, 2100 дизлайков, да, то есть кремлеботы сразу ольгинские твари нахерачили вот это, чтобы это, для чего делается, чтобы в ютубе этот вообще никуда сюжет не поднялся, никуда, хотя его цепляет BBC Русиан, то есть мрази топят просто, топят любую правдивую информацию, как люди там вдруг запертые двери выламывают. Мужики не могут выломать, то есть горят 30 секунд, это был видос. То есть, ну, вот все смеялись, когда я говорил про музыку, про все, что начинаются звоночки с простых вещей. И кончается вот таким вот. Еще раз соболезную. Машины пожарные, вон даже с Томска пригоняли, то есть не было, ну, сюжет про родственников посмотрите. Хотя я дам его сейчас. В какой-то ободранной школе. Вот он, морда брешет жирная. Он даже не в курсе, сколько там было чего. Вот так вот. То есть они все даже не удосужились поднять до окон, откуда народ выпрыгивал. Что говорит? И что еще интересно, да, вот я ссылочку сделал на АРИ, антирусское агентство информации, как называется. Ее до сих пор нет. Ссылочка была на ночные съемки. То есть ее до сих пор нет. Ну, это агентство говенное, оно как бы Карабанов, понятно, он деньги берет у кого, загоняет про эзотерику. То есть вот чувак написал какой-то, а я после него сбросил ссылочку на прямой видос, короче, и так далее. Там какие-то слухи про детей там с зажигалками, с огнеметами. Ну, то есть такая чушь просто. Ну, и вот сейчас смотрим, вот парень сидит в чате у него с рацией. Канал пока не забили. И при этом полный игнор по телевидению. То есть телевидение настолько кончилось, забрало все эти московские журналисты,